Да, я перед тем, как рассказать о том, что, на мой взгляд, надо делать в направлении дерегуляции, хотел бы несколько слов сказать о методике, которую говорят в последние дни достаточно активно. Мое субъективное мнение, что эта методика, она в принципе себя уже изжила, как тот документ, который необходим. В дополнение к тому, о чем говорил предыдущий спикер, уважаемый Шата, о том, что это требование антимонопольного комитета, прежде всего напомню, что это требование закона о морских портах, который принимался в 2012 году, именно по переходным положениям должна была быть разработана и утверждена некая методика. Обращу внимание, что до сегодняшнего дня никаких методик, которые утверждались бы на уровне кабинета министров, в отношении портовых сборов не было. Есть сборник тарифов, который без всякой методики существовал и существует. То, что 7 лет оговаривается методика, которая не содержит цифр абсолютных величин, а содержит лишь подходы, и за 7 лет ее не смогли довести до приемлемого уровня и принять, на мой взгляд, это главное подтверждение тому, что эта методика не нужна. Для того, чтобы снять этот вопрос с повестки дня, необходимо просто внести изменения в закон о морских портах, много изменений за 7 лет работы этого закона уже необходимы в портовой отрасли, и исключить оттуда необходимость этой методики как таковой. Что необходимо сделать? Необходимо снять острые углы, которые заключаются в некой несправедливости существующего сборника тарифов, где есть принципиально разный размер портовых сборов в портах одного региона. Вот это надо снять и на этом поставить жирную точку. Я так понимаю, что 99% бизнеса это будет устраивать. При этом, безусловно, выравнивая уровень портовых сборов по региональному признаку, надо не забывать и ЖД составляющей, которая также должна быть справедлива, наверное, должна быть близка к одинаковой для порт или одинаковой для портов, расположенных в одном регионе. Я бы хотел напомнить еще, не напомнить, а прокомментировать вот постоянную критику: портовые сборы надо снижать, высокие они, влияют на экспорт, импорт и так далее. Мое, опять же, субъективное мнение, что существующая величина портовых сборов минимально влияет на экспорт и импорт. Ну, во-первых, потому что их уже один раз снижали. Да, они выше, если их сравнивать с какими-то зарубежными странами и портами, которые для нас совершенно не конкуренты. Они выше. Но если мы посмотрим, какие расходы несет экспортер и импортер в пересчете на одну тонну груза, и официальные, и неофициальные, связанные с различными искусственными преградами всех существующих сегодня государственных служб, то эти расходы, они в разы выше, чем портовые сборы, которые являются единственным источником, напомню, поддержания портовой инфраструктуры. Поэтому вот об этом надо помнить. В пересчете на одну тонну груза, напомню, портовый сбор – это наименьшая из проблем для экспортеров и импортеров. А может и вообще не проблема. Для транзита – да, но опять же надо помнить, что для транзита сделали эту скидку 50%, если я не ошибаюсь, в 2015 году. И там больше политики, нежели экономики с точки зрения портовых сборов. Главная проблема, связанная с портовыми сборами, это их нецелевое использование сегодня, которое нормативно, подчеркиваю, создало государство. Это, опять же, те же 90%, которые идут в виде части прибыли, которая изымается в администрации морских портов Украины. Это и содержание других работ, иногда предприятий, которые не связаны с услугой судовладельца. Я напомню, что в недавно принятом законе о внутреннем водном транспорте тоже есть норма, что часть портовых сборов может отвлекаться на содержание внутренних водных путей. Я уже говорил ранее, по такому принципу и на Укрзалезнице можно часть портовых сборов, и на автодороге можно часть портовых сборов отвлекать, потому что по ним тоже доставляются грузы в порты, но это нонсенс. Природа портовых сборов – это плата за услугу, которая оказывается судовладельцу в конкретном морском порту. Он за это платит. И эти сборы должны быть реинвестированы в конкретном морском порту. Об этом говорит и конвенция ИМО, которая является обязательной для Украины, и множество других документов на уровне законов и подзаконных актов. Это грубо нарушают сегодня, изымая портовый сбор в бюджет. Просто не доходит ни в ИМО, ни у других организаций, видно, которые это обязаны контролировать, до этого руки. Но рано или поздно это произойдет. Вот это главная проблема. А мы сегодня обсуждаем, какие должны быть портовые сборы, когда 90%, подчеркиваю, их вообще нецелево используются.
Это что касается методики. Что касается дерегуляции, которая так необходима сегодня в условиях карантина и будет необходима после карантина. Я напомню, что в 2015 году при министре Пивоварском была проделана значительная работа. И мы практически добились ситуации, когда во всех украинских портах на суда не поднимались правоохранительные контролирующие органы. Минимальный был контроль грузов. Много еще надо было чего сделать. Тем не менее, серьезный шаг в том направлении мы сделали. Так вот не то, что мы сегодня от того уровня ушли. Мы вернулись в период гораздо более ранний. И подчеркиваю, это в период карантина. Когда везде минимизировали, скажем так, контакты людей друг с другом, то количество сотрудников контролирующих служб, которые сегодня посещают морские суда, наверное, оно максимально за последние лет 20. И нагрузка, соответственно, на судовладельцев, на фрахтователей. То же самое происходит и с контролями грузов в портах, и в отношении автомобилей импортных, и в отношении экспорта зерновых, и в отношении контейнерных грузов. То есть уровень нагрузки, регуляторной нагрузки и все, что с этим связано, на судовладельцев, грузовладельцев и сервисные компании, он сегодня максимален. И это, подчеркиваю, в период карантина. Безусловно, это все простое, это все прямые косвенные расходы, это все еще и угроза более быстрому распространению вируса, потому что десятки людей ходят на суда непонятно зачем, контактируют с иностранными гражданами, мы об этом уже говорили и так далее. Почему? Потому что никто этим не занимается, никто не бьет по рукам, никто не разрабатывает мероприятия, как этого избежать, и делает все в электронном виде, хотя с 2015 года это возможно, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому все это совершенно спокойно можно вернуть, как минимум в 2015 год, потому что действуют принятые тогда постановления Кабмина и приказы других центральных органов, и не просто нужно заниматься. Второе направление, которое может сегодня существенно облегчить жизнь мелкому и среднему бизнесу, портовой отрасли, это отмена свободных тарифов, подчеркиваю, не которые установлены Кабмином и Министерством, а свободных тарифов, которые установлены предприятиями, по многим из которых пройдены уже все судовые инстанции, они признаны незаконными, тем не менее их продолжают взимать, оказывая нагрузку на портовый бизнес. Это совершенно спокойно можно сделать, подчеркиваю, это юридически уже предписано. И еще одно направление, которым также необходимо заниматься, это упрощение жизни, собственно, самим госпредприятиям, которых у нас много, администрация морских портов, крупнейшие из них, от которых, от успешной работы которого зависит, собственно, весь портовый бизнес, и которые сегодня парализованы, подчеркиваю, парализованы в силу того, что ни у кого нет принятого Кабмином финансового плана. Насколько я понимаю, все титулы строительства и развития, они все закончились. Аренда государственного имущества, то есть возможность предоставления в аренду государственного имущества, что тоже приносит доходы предприятиям, остановлена с 1 февраля, заблокирована в силу коллизий в законе. И таким образом, по сути, государственные предприятия сегодня могут разве что приходить на работу и проводить совещания, но не принимать никаких решений, не инвестировать, не обновлять свои фонды, не приобретать, не заниматься судоремонтом, потому что для всего этого должен быть одобренный финплан. У нас на дворе уже через несколько дней май месяц, а финансовые планы еще в большей степени не вышли из Министерства инфраструктуры. Ну, вдумайтесь, что происходит, собственно. Неужели сложно было их принять до начала года, учитывая монобольшинство в парламенте и в кабинете министров? Это тут же бы дало более большую свободу и эффективность работы предприятий. Это тысячи рабочих мест, смежников, подрядчиков, строителей, судоремонтников в эти тяжелые дни смогли бы загружать своих людей. Ну и так далее. Этого не происходит. Ну, собственно, так, чтобы долго не занимать время. Вот эти направления, над которыми, в моем понимании, сегодня должно работать и Министерство инфраструктуры, да и Кабинет министров в целом. Юрий Ильич, вопрос такой. Ну, финплан, насколько вот Александр Гладницкий сообщил, АМПУ вроде как буквально вчера приняли АМПУ, то есть уже как бы есть какой-то документ, наверное, от которого отталкиваться, но еще его... А где мы его приняли? Не увидели. В Министерстве инфраструктуры. В Министерстве приняли? Да. Так, в министерстве его должны были принять в сентябре прошлого года.
Ну, понятно, что с опозданием, но все же. Он должен попасть еще в Министерство экономики, или как оно называется, Министерство финансов, Министерство юстиции, еще там куда-то, потом вынести на кабинет министров. Если он вышел с министерства, то это только начало работы, а уже почти полгода прошло. Как вы оцениваете методику, которая вот сейчас, проект методики, который рассматривается? Ну, как бы, уже, в общем-то, многие люди говорят о том, что пока непонятно в конкретных цифрах, во что это выльется. Как она может повлиять на показатели корпоративизации МПУ? Методика чего? Портовых сборов. Никак не может повлиять. Во-первых, я не отношусь серьезно к этому документу. Я уже объяснил, почему. Потому что это набор фраз, принципов, подходов, которые написаны только потому, что так требует закон. Не содержащие абсолютных цифр, поэтому никто не понимает, что же будет в итоге для того или иного порта, для того или иного судна. Поэтому я повторюсь, я бы уж отменил бы эту методику, необходимость ее принятия. И лучше бы один раз серьезно поработал бы над сборником, снял бы острые углы, которые вызывают раздражение у разных портов и терминалов, выровнял бы их максимально, сделал справедливыми и продолжал бы жизнь существующим сборником. Это мое мнение. Но при этом на корпоратизацию никак оно не влияет, как и сама по себе корпоратизация ни на что не влияет. Что мы получим в результате корпоратизации?